Если уберут их, уйду и я. Сергей Смоленюк из Костанае интересуется, о человеке какой профессии это сказал Константин Сергеевич Станиславский. Прошу, Эльман. Можно, пожалуйста, просить повторить вопрос? Если заглянешь к нему, вспомнишь средневековую инквизицию. Он обречен на вечную пытку. 3/4 из них кончают чахоткой. Правда, если уберут их, уйду и я. О человеке какой профессии это сказал Константин Сергеевич Станиславский? Суфлер. Господин Касумов, все расходимся? Все. 6-5. Вы выиграли. Счет становится 6-5 в пользу знатоков. В юбилейной 500-й игре победу одерживает команда Балажа Касумова. Одерживает победу на суперблице, в которой никогда не выигрывала и получает право сыграть в главной серии сезона зимней серии. Вот имена победителей: Михаил Скипский, Елизавета Авдеенко, Юлия Лазарева, Дмитрий Авдеенко, Эльман Талыбов и Балаш Касумов. Господин Брейденбихер, кому достанется приз за лучший вопрос? Сергей Тазин, Балашиха. Вопрос Балашиха. Балашиха, извините, пожалуйста. Вопрос о колыбели революции. О Фиделе Кастро. 100 тысяч рублей призового фонда остались неразыгранными. Эта сумма поступает в призовой фонд финала года. Теперь уже почти 1 000 000 рублей на этом вкладе. А сейчас внимание. Сейчас будет определен лучший игрок весенней серии. Но сначала... Господин Черемисинов назовет имя обладателя хрустального атома. Эльман Талыбов, поздравляю вас. Если вашу кандидатуру поддержат магистры, решение будет принято. Госпожа Авдеенко, давайте с вас начнем. Вы будете участвовать... голосование. Господин ведущий, я, честно говоря, хотела участвовать в голосовании именно потому, что надеялась, что Эльман очень хорошо сыграет и можно будет справедливо дать ему давно заслуженную хрустальную сову, с которой ему просто немножко не везло. Господин Сиднев. Господин Сиднев. Я безусловно согласен. Вы согласны? Господин Поташов. Вы знаете, я уже несколько финалов подряд в этой ситуации говорю одно и то же, но сегодня у меня есть надежда, что так и получится. Талыбов, да. Талыбов. Ну и, наконец, господин Козлов. Ну, я не та баба-яга, которая против, хотя я до последней секунды считал, что Миша Скипский за его озарение с укачиванием, вот он главный претендент, но, конечно, Эльман сегодня. Внимание! Лучшим игроком весенней серии «Что, где, когда» 2019 года признан Эльман Талыбов. Поздравьте его как следует. Награда ждет вас. Эльман Талыбов получает первую в своей жизни хрустальную сову. Эльман, я вас поздравляю. Уважаемые телезрители, весенние игры в клубе «Что, где, когда» окончены. Большое всем спасибо.